Мяусон Анди Маскот. Сегодня это летсплей. У нас летсплей алмазы. Ну, все же любят алмазы. И сейчас мы будем... Так. Что я сейчас хочу? Если в болото, значит найдем ведьмин дом. Это хорошо. Грибы есть. Вот супчик у нас. Грибы не падают. Оп, грибы уже есть. Ну, два гриба. Ладно, мы начнем дерево рубить. А то ночь начнется. Так, пошлите сейчас посмотрим, может болото найдем, значит ведьминный домик найдем. Ну, какое-то маленькое болото, наверное. Ну, не болото, вот этот гриб, никак он там. Ты что, речка? Нет, я. Ну, а сейчас побежим, может найдем речку, а там ведьминный домик. Вот речка уже. И где ведьминый домик? Ведьминый домик. Пожалуйста, будет где-нибудь ведьминый домик. Короче, не нашли, побежали обратно. Мне скучно. Как, ну, это же вот сплыли алмазы, значит, будем добывать алмазы. Подсолнух. Гравий. Так много подсолнухов. Так, подсолнухов хорошо. Делаем себе домик, там сажу эти подсолнухи. Я думал, смотрите, черный. Я думал, что это просто... Блинский. А! Лагает. Всплываем. Может, это... Это что, бедрок? А, нет, это камень. Я знаю, как выбраться. Сейчас немного. И поплыли. Блин. Фух. У нас получилось. Ладно, не будем всякой фигней заниматься. Так, поставили верстак. Сделали кирку. И покопались. Как база. Так, делаем наш дом.
Напишите в комментариях, как лучше сделать под землей дом или снаружи. Если мы наберем под этим видео 5 лайков, то я в следующем видео, вы напишите, ну, под этим видео наберем 5 лайков, и напишите, с кем снимать мне с другом или нет. Железо. Нормально. И кирку. На моем канале уже вроде 16 подписчиков или 17, я не помню. Ну, где 17 должно. Вода. Вон вода залилась. Помню один анекдот. Ну, плывут, плывет это. Блин, подводная лодка. Подбегает к командиру. Ну, рядовой работник, короче, подбегает, говорит: капитан, капитан, в наше судно заплыла вода, там много акул. А что они там делают? Сегодня же маскарад, и все одеваются в акул. Такой анекдот мне друг рассказал. Так. Вот две лестницы как раз. Все, вылезли. Так, возьмем, сейчас заберем. Сейчас возьмем наш мечик, убьем овечек и сделаем кровать. Нужно готовиться к ночи. Да, овечка. Блин, в этих версиях старых неудобно вообще играть. Все старое, как в первой. Поршней даже нету. Блин. Блин, овечка. Кто тут? В старых версиях, я скажу, легче находить алмазы, чем в этих. В новых версиях фиг находишь алмазы. А я помню, на новой версии 1.2.0.2. Я помню, мне там, знаете, как везло. Я, короче, у меня каньон был. Два каньона появилось. Один каньон, там я нашел алмазы. И в другом мире там... Там, ну, не было. И у друга, как мы выживали, там два каньона было. Но алмазов не было. Мы там не нашли. Лень было. Так и не продолжали играть. Так, значит... Так, сколько у меня шерсти? Не три? Две, блин. Сейчас надо пойти. И еще овечек. Еще шерсти немного добыть. Блин, надо покушать. Ой, уже сейчас ночь будет. А, овечка. Две.
все, можно побежали. Овечки, идите сюда. Хочете фокус? Вот фокус. Крутой. Да, блин, овечка, не убегай, фокус хочу сказать. Овечки. Да потом. А это же Александр Невский. Надо... Блин, уже скоро бы закончил видос. 10 минут. Что я ходил, искал наедельник. Быстрее, в тепло, в тепло. Да блин, так. Все. И не зайдете. Вот, не могу поставить. Теперь могу кровать поставить. Где я сейчас по... доброе утро. Сегодня я поиграю в Майнкрафт. Да буду я у базов. Я не знаю. Не помню песню. Сегодня... Я добуду Александров Невских. Так, так. Сделаю, пожалуй, один сундук. Нет, я уже сундук уберу, или я в сундуке буду спавниться. А это нехорошо. Так, ну с вами был Димаскот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.